Хей, йоу, дружище, Фрайда, добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы смотрим с Киросом, короче, это, будем играть в командный бой, короче. Все, короче, я с АВМ-ки, а он с Калаша. Все, короче, пильну. Все, чётенько. Короче, давайте, ребят, наберем на этом видосе 10 лайков. И, короче, мой друг создаст канал, короче. И все будет офигенно. И еще пишите в комментариях. Подписывайтесь, короче, на его канал потом. Я, если что, и когда он создаст, я оставлю ссылку в описании. Вот. Оп. Блин, задолбал. На тебе, короче, сдегла. Хэдшотинг. Какого фига? Во, так сойдет. Куда это мы там пошли? Понял. Что, забыл? Оп. Правда, тут распрыжка, конечно, такая себе, но нормально. Так, куда он же ушел? Так, короче. Да блин, ты задум... вот это. На. Ты задолбал, ну короче, сейчас тебе в жбан, короче, шмалю тебе, короче. Да блин, я тебе в жбан попал, какого фига 58? Так, я не понял. Так, ребят, короче, вы ничего не видели. Да блин, у меня просто это, бах. Один. Ну не бах, а как сказать. Ну, я тебе в жбан попал. Какого фига я тебе прямо в жбан? Короче, зафигарил. Какого фига тут взрыв от гранаты, если у нас тут нет гранат? Я тебе в жбан вообще. Ты вот так улетел угарно, короче, на видосе потом посыришь. Ох ты, блин, хотел тебе так смачно в жбан прописать, короче. На тебе. А где твоя АВМ-ка? Вот тут она. Чёденько вообще. Где там бродишь? Где ты там? Где ты? Пропадаешь. А кто-то... Какого фига тут граната делать, если у нас нету гранат? О, жбан такой еще жестко. Хедшотину такую смачную прописал. Эй, ты чё? Чё? Ах ты, блин. Шарик, лошарик. Какого, вот какого фига, объясните, ребят, тут делают гранаты, раз, два. У Мариндоса там, у Шпиндроса, короче, это. На спавне еще одна граната. Оп. 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 Эй, эй. Ну, короче, сейчас вообще не буду поддаваться и, короче, зырь.
Брата, тебе хана. Чё ты, давай, выходи на меня. Я знаю, где ты, блин. Эй! Какого фига, блин? И, кстати, у Мариндоса, короче, был такой баг, что у него было, короче, с... ну, в смысле, в стандофе. Короче, у него было 64 FPS, вы понимаете? Если максимально 60, даже на эмуляторе, вот, 60 максимально ловит, а у него 64. Ну, короче, это жесть, ребят, короче. Ну, старый телефон, но он тащит-то. Я не знаю, он, короче, заскринил как-то, и у него, короче, было 64 FPS, но это невозможно, как бы, потому что максимально 60. Я не знаю, что с этой игрой не так, и что у него не так с его мобильным телефоном, что у него 64 FPS, тем более на андроиде было. Четырнадцать, не понял. На, тебе в жбан. Пулю смачную всадил. Короче, когда ты меня убил, ты будешь? Нет, такое было, что у тебя, вот смотри, магазин такой выпадаешь, и у тебя, ну, типа, ты не держишь, магазин не ОУП. Типа, магазин один и ОУП один. То есть, типа, ты подкинул. Блин, вообще был. На тебе! Блин, я не понимаю, как тут ОУП или что мы тут играть? Блин, как там? Нормально. Как ты не чистил? Куда я знаю? Я не знаю. Ты заходил, короче, я как-то в тебя попал. Оп, здорово. Ничего себе, ты меня зарядил, конечно, с дробаша. Мальчик, дробаш, ты моя любимая. Так. Ах ты, шарик вообще. И за сколько ты играл? Что ты задрал? Ну все, короче, братан. Знаешь, что я думаю? Именно вот. Я в тебя всадил пуль 200, наверное. А с чем ты играл? Вот а этим. А что ты играл? А с Unsport. О. Так. На тебе. Вообще жестко. А, красивый. На. Давай, я призвал, ты я школьник. Блин, вот это жестко. Я, конечно, тебя закрысила, но нормально. Нифига подобного. Ага, нормально кричишь. Блин, вот это я сейчас тупо так зажал вообще. Дурак какой. Я знаю, где ты. Да, я знаю. 3, 2, 1, ты такой сейчас улетает. Опа. Я тебя не вижу. Опа. Опа, я тебя вижу. Подлетел так. Ты разлегся тут на земле разлегся так нормально. Давай. Я тебя прям в жбан садил нормально. Так далеко и нормально вообще. Эй, ты чё? Да. Кофе мне не хватило. Да, я походу. Всё, я тебя, короче, развалил. Ну, 20-25, нормально. Сейчас, наверное. Чё, надо, закуплюсь я кое-что? Блин, магаз закрылся. Все, тетенька. Завершаю еще последний килл. Решающий. Блин, ты так близко был. Ну, короче, ребят, если вам нравится видос, ставьте лайкос, короче, подписывайтесь на канал, ставьте
колокольчик, и если что, будет ссылка в описании, когда мой, ну, короче, когда Мариндос сделает, короче, себе канал, я оставлю ссылку в описании, подписывайтесь на него тоже, и на меня тоже. Всем пока, ребят, короче.